Очень люблю читать. С детства читаю. Увлекся книгами Роман Афанасьев 4 года. С тех пор молодой человек каждый месяц прочитывает около 1000 страниц. В последнее время интересуется творчеством Марка Твена. На ярмарке челнинец подобрал себе с десяток книг. Среди них и произведения одного из любимых писателей Романа — Жюль Верна. В интернете книги читать, во-первых, сосредотачивается внимание, а во-вторых, все-таки книга, когда она уже в таком виде, ее и читать легче, и сосредоточение полностью, и полное погружение в литературу. Книжную ярмарку в Челнах проводят во второй раз. В прошлый организаторы собрали около 600 изданий. Осталось 100. Сейчас на выбор любителям литературы представлено около 900 книг. Здесь и научная фантастика, и приключенческие романы, и детская литература, и многое другое. Дома оказалось огромное количество ненужных книг, которые было жалко выкинуть, и не знал, куда их отнести. И решили пустить клич в интернете, и в итоге откликнулись много людей, которые тоже хотели бы поделиться своими книгами. В итоге мы собрали огромное количество книг. Следующую книжную ярмарку планируют провести в декабре или в начале января. Анастасия Елисеева, Алексей Шатунов, эфир 24. «Ганнибал» с понедельника по четверг в 23:30 на телеканале «Эфир».